торговом центре Акацки произошло ЧП. Мужчина, убивший 6 человек, забаррикадировался в детском отделе, взяв в заложники детей и воспитательницу. К счастью, полиции удалось захватить преступника без жертв. Личность преступника установили, это был житель деревни Коновка, мужчина средних лет и тачка Чиха. Подробнее вам об этом расскажет наш корреспондент. Просто вписать имя, и человек умрет? Верится с трудом. А что если получится? Стану ли я убийцей? Нет, конечно. Человек не умрет, если пишущий не будет знать его лично в лицо. Итачи Учиха. Посмотрим. О хорошем. Бейсбольная команда из Осаки взяла золото на международном турнире, который прошел у нас в столице. Это большой успех для... Прошу прощения. У нас экстренная новость. Мужчина, виновный в происшествии, только что потерял сознание. Спасатели признаков жизни не наблюдают. Не может быть. Получилось увлекательное занятие.